на Соборной площади, и сегодня уже точно все будет по-настоящему. Наша новогодняя красавица загорится огнями, а зажжет их главный волшебник Дедушка Мороз. Верите в Дедушку Мороза? Да! Да! Я загадала, чтобы мне подарили бисер, мне подарили резиночки и еще котелок запотевающий с игрушкой. Ребенку зажег, и мы с ребенком этого дождались. А ребенок тоже ждал? Очень. Сказал, что Деду Морозу загадал желание, но это секрет, не сбудется. А хорошо себя вели? Да. Очень хорошо. Супер. Ну тогда дедушка точно исполнит ваше желание. Да, папа? Конечно. Если верить в чудо, оно обязательно произойдет, да? Смотря что мы ждем, что мы хотим. Я хочу в этот Новый год какое-нибудь волшебство, какая-нибудь сказку, что-нибудь интересное. И наверняка это произойдет. Поэтому верьте в чудо, и оно случится. На вертолете, на оленьей упряжке и даже на военном транспорте. Как только не появлялся Дедушка Мороз на Соборной площади в предыдущие годы. И кажется, белгородцев уже ничем не удивить. Хотя... Исторический момент буквально, Иван, посмотри. Он реально прилетел к нам! Давайте поддержим его и светлым, встретим его! Как вам появление Дедушки Мороза? Круто! Круто! Вы такое когда-нибудь видели? Нет! Эффектно! Мы воодушевлены этим появлением. Феерично, необычно! Тебе понравилось? Да. Потемнело уже, я думаю, внучек, самое время елочку зажигать! Два, три, елочка, гори! Ура! Прекрасная елочка, очень нравится, мы просто счастливы. Даже в моем возрасте я безумно счастлива, чувствую себя маленькой девочкой. А тебе понравилась елочка? Конечно, даже я в шоке была. Потрясающая атмосфера, замечательный праздник. Все скучают по таким событиям. И пусть наступающий Новый год будет таким же ярким, как эта главная красавица нашего Белогорья. А мы уверены, что в этот новогодний вечер зажглась не только елочка, а в сердце каждого из вас зажегся огонек веры в чудо и волшебство. Анастасия Ильина, Илья Лебедев, Белгород Медиа.